Весенние каникулы в Подмосковье у школьников начинаются с понедельника, 3 апреля. У детей и подростков появится много свободного времени, которое, как уверяют правоохранительные органы, некоторые из них могут потратить отнюдь не с пользой для себя. Сегодня сотрудники различных правоохранительных органов и систем, которые занимаются подростками, проведут профилактику с ребятами, расскажут им различные темы безопасности, безопасного поведения наших подростков, ну и в том числе и административная ответственность. Будем говорить также о таких нарушениях, как мелкое хулиганство, что у нас встречается в школе, к сожалению. Мы об этом, в принципе, говорим постоянно во всех школах. Но сейчас на тот период, что вот сейчас потеплело, все вышли на улицу, это особенно актуально. В ходе профилактической акции «Безопасные каникулы» перед учениками ВХТЛ выступили представители ГИБДД, комиссии по делам несовершеннолетних, администрации и Видновской прокуратуры, которая и организовала мероприятие. Подросткам напомнили, что курение и распитие спиртных напитков лицами до 18 лет запрещено законодательством, как и нахождение на улице после 23 часов без сопровождения взрослых. Курение. Статья 6.24, часть 1, часть 2, она у нас оформляет. Если ребенку исполнилось 16 лет, согласно административному кодексу, и ребенок попадает на комиссию по делам несовершеннолетних совместно со своим законным представителем. Проводится профилактическая работа, ребенок ставится на профилактический учет. Согласно закону Московской области, номер 148, все дети Российской Федерации и Московской области, в частности, должны находиться дома не позднее 23 часов. Также ребятам напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Такие профилактические мероприятия в преддверии школьных каникул проходят во всех школах муниципалитета. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.